В галерее Воронежского камерного театра состоялось открытие выставки известного российского художника театра и кино Юрия Харикова. На ней представлено 36 графических работ из серии А4. Мастер родился в Воронеже и с теплотой говорит о родном городе. За свою карьеру он принял участие в создании более чем 150 спектаклей. На его счету много высоких наград. Кинокритикой отмечены его работы в фильмах «Москва», «Эйфория», «Мишень». Креативная графика Юрия Харикова может по-разному восприниматься посетителями выставки. Ни один лист не подписан, что дает еще больше простор воображению каждого зрителя. В формате А4, если вы так как бы оглянетесь вокруг, происходит очень много. На этой бумаге пишут документы, художественные книги, романы, произведения. Вообще печатный формат А4 очень плотно и, естественно, вошел в сферу человеческой деятельности. И в том числе и в деятельность художника. И вот этот феномен столкновения стольких разных проявлений современной культуры на одном формате бумажного листа меня заинтересовал просто потому, что я уже долгое время в своих работах тоже использую эту бумагу. Вот. И когда отдаешь себе отчет в забавном этом факте, иногда хочется взглянуть поглубже на это. Поэтому вот в таком формате и предстает эта экспозиция. На самом деле я, конечно же, не только в этом формате работаю, в разных. Но вот здесь мне было интересно сделать еще одну. Дело в том, что я такую же экспозицию делал достаточно много лет назад в Бахрушинском музее. Воронежцам Юрий Хариков известен по своеобразной и запоминающейся сценографии и костюмам спектакля «Мистерии» Михаила Бычкова «Каин». Мы показываем не театральное творчество театральных художников. Две выставки было живописи очень известных российских сценографов. И сегодня мы открыли выставку графики одного из самых известных сегодня российских мастеров театра и кино Юрия Харикова. Это чуть-чуть по-новому, и в масштаб другой. Она такая более камерная, минималистичная, более сосредоточенная, хотя столь же абстрактная, как, скажем, предыдущая выставка живописи. Она, мне кажется, в то же время одновременно и сложная, и очень, как сказать, интересная. То есть не скучная, не сухая. В ней очень много нюансов, очень много души, очень много поэзии. И это все для публики, которая приходит в камерный театр, это все-таки не просто люди, там, выбирающие, там, пришедшие, зашедшие с улицы. Это хорошие, думающие, вполне продвинутые, так скажем, сегодня наши воронежцы. Для них, мне кажется, это будет интересно. Это будет какая-то такая новая грань в знакомстве с сегодняшним искусством, в том числе вот с изобразительным. Познакомиться с экспозицией под названием А4 можно до конца мая в галерее Воронежского камерного театра.